Сегодня будет битва строителей, в которой за 2 часа вы будете строить фиксиков. Давайте запустим салют и будем начинать строить. Сегодня максимальный странный салют. Бух. Я фаера строю. А, воу. Это типа волосы, а это голова, да? Я еще должен буду строить так, чтобы волосы заходили в голову. Опустим, что понял. Так, дальше у нас фал-портал, который строит Нолика. Ничего не хочешь сказать, фал-портал? Чего-то не хочется. У тебя тут есть целые ноги, руки, и все это за 30 минут. Круто, да? Если взять голову Файера из черной команды, то можно получить готового Нолика. Реально? Это что такое? Ты кого строишь? Я не знаю. Вроде этого умного. Игрик вроде. Одна нога за 30 минут. Паштет, который строит дедуса. И где дедус? Это его живот. Это его живот? Да. Да, у кого-то голова, у кого-то живот, у кого-то ноги, у кого-то руки. Понятно. А Попкэт кого строит, я не знаю. Попкэт хотел сделать крабата, но потом сказал, что его съели, поэтому он решил сделать паука. Понятно. Так, и последняя команда с ватрушкой, который строит... А, что тут строит? А, точно, помогатор. Ого. Здесь у нас значок фиксиков, здесь у нас много всяких деталей. И помогатора пока не видно. Ближайшие 30 минут больше половины участников делали декор. Я думаю, об этом рассказывать нечего. Паштет, который строит... Кого ты строишь? Красный пиджак. Он в белой рубашке. А чё, дедуш же вроде бы не красный. Красный. А, понял. Это у нас... Что это вообще такое? Ты же миленького маленького паучка строил. Ладно. О, теперь это похоже на помогатор. Даже очень неплохо. Здесь есть рука. И здесь есть проходы, через которые будут выходить инструменты. А где инструменты сами-то? А как они будут выходить оттуда? Он такой маленький. Так, первым у нас будет пират. Почему? Нет. Потому что я так хочу. Я не хочу. У меня еще ничего не готово, вы издеваетесь. Как это не обзор, я просто смотрю. А, реально? Да. Я пришел к патрушке, которая у нас строит помогатор. И шторы за эти полчаса изменилось. Ага, здесь есть три разноцветные кнопочки. Это что такое? Это инструмент, да? Типа. Потом будет. Надо сделать, чтобы отсюда из помогатора вылезали инструменты. Так, пиу, все, круто. Я пришел к фал-порталу, у которого здесь, я не понял, раз нолик, два нолик, три нолик. Зачем так много? Армию создаю. Паштет, который строит дедуса. О, теперь это похоже на дедуса. Вот у него красный пиджачок, борода, голова. Короче, дедус. Мэн, здорово. С каждым разом, когда я к тебе прихожу, у тебя тут все больше и больше мусора. Во-первых, у него нету в носу дырок. Во-вторых, у него один ряд зубов, и то без этих, ну, без зубов, просто один ряд зубов. Пират у нас строит Игрика. Знаешь, это когда руки из Poppy Playtime у тебя похожи, когда ты строил, помнишь? Да, они просто похожи. Это 100% другие руки. Великие тараканы. Таракан, 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 тараканы, 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 тараканы. Ну что, время вышло, давайте начинать этот обзор ваших построек. А чё так быстро? А чё так долго? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да уж, чё это такое? Это дедус. Первая постройка, которую мы посмотрим, будет дедус паштета. Да, это мой дедус. Посмотри, дай посмотреть, дай посмотреть. Так, это твой дедус. Ой, чё с ним? Почему он перевернулся и крутится? Это его любимое занятие. А чё он ещё умеет? Он умеет ещё быстрее крутиться. Ещё быстрее крутиться. Да, странно у тебя дедус получился. Давайте его оценим. Я думаю, что за 2 часа можно было сделать больше, поэтому я ставлю 7. 6. Ватрушка 10. 10. Знаешь, что будет, ты не поставишь 10. Почему? Беги! Бегу! Красная кнопка всё остановит. Давайте его дальше продолжать оценивать. Ты убил его! Это не я. Пират ставит этому дедусу функционали, и боюсь, то, что он за мной придет. И получаешь 46 очков. Это круто. Теперь давайте посмотрим помогатор, который построил ватрушка. Где он? Сзади. Так, давайте сначала посмотрим на внешний вид, потому что он очень сильно старался над ним. Здесь у нас есть инструмент, который вылазит из помогатора. Такая хваталка, которая может меня поймать.
Также у него здесь есть сам помогатор с крутым значком фиксиков. Впереди есть такая красивая улыбочка. О, вот, ватрушка может поймать любого игрока или вообще, ну, короче, все, что захочешь. Помогатор. Махруют. Злые эти лисы. Я же говорю, эти лисоградцы вообще злые. Давайте оценим помогатор ватрушки. Я ставлю 10. Десятка без вопросов. 10. 10. Десятка без вопросов. Да, 9. Что? Сколько он написал? 5. 54 из 60 ты получаешь, и пока что ты на первом месте, ура. Это Файер, который только проснулся и идет чистить зубы в пижаме. Да. Давайте оценивать Файера. Я ставлю 8. Я не знаю, я ему, наверное, 7 поставлю. 8. 6. Ты получаешь 40 очков. Кто это там такой стоит у пирата? Это Игрик. Ого, какой он умный и красивый. Я бы сразу 10 поставил. А что он умеет? Он умеет светиться. Светится и все, да? Подумает, да, думает, думает, и потом хоп, и лампочка загорелась. Да, просто типа это. Надумал. Там у него в башке лампочки, он думает. Да, лампочкой. Да, я ставлю 10. Десятка. Тебе ватрушка жизнь хочет испортить. Паштет 9. 9. Ты получаешь 55 очков и обгоняешь ватрушку на одно очко. Он слишком умный. Он как загорелся. Красотища. Дежучка. Сейчас мы пришли к попкету, который построил Дежучка. То есть жучку, короче. Ба-ба-ба-бам. Я в дверях оказался. Что делать? Тут записка. И что делать? Попкет. Открой ящик, он говорит. Ба-ба-ба-бам. Там жучка или кто это? Па-па-па-пам. А, паук на меня напал. А, это жучка прыгнул на меня. Зачем? А, это что такое? Жучка! Что-то на этих не похоже на фиксиков. Как будто взяли двери и жучку сделали рашером. Привет, жучка. Ой-ой-ой, страшно, я ухожу. Напугали. А давайте оценим жучку попкета. Я ставлю, 7. 7. 7. Ты получаешь 41 очко. И последняя постройка, нолик, который построил фау-портал. Вот эти нолики. Почему их тут много, я правда не знаю. Нолик номер 1, нолик номер 2, нолик номер 3. Смотрите, красивый же вроде бы нолик. Давайте его оценим, потому что он ничего не умеет. Не умеет. А что он умеет? Валяться. А, точно. За это можно поставить 10 из 10, я поставил 10. Я тоже ставлю 10. Я ставлю 9. А. Так, и нолик набирает 57 очков и занимает первое место. За то, что он умеет валяться. Нолик, который умеет лежать, ему ставят 10 баллов. Да, потому что он умеет лежать. Ладно, на этом эта битва строителей будет заканчиваться. Спасибо паштету, ватрушке, фау-порталу, пирату, попкету, мэну за участие. А, другая интересная битва строителей. Всем пока.